Жил-был мудрый царь леса, и его мечта была навести порядок в лесу. Чтобы каждому живу был свой город. В лесу жили тигры. Лошади. Зайцы. Змеи. Драконы. Собаки. Мыши. Обезьян, петухи. Но все они были не друзья, так как каждый хотел быть главным. Неожиданно некоторые животные потеряли. Царь позвал на помощь лошадку, которая была самой быстрой и умной. Царь задумался создать календарь для зверей и не мог найти двоих. Попросил лошадку найти недостающих животных. Корова, услышав, сама прибежала. Овечка послась на лугу и ни о чем не догадывалась. Но без нее календарь не получался. Лошадка ее нашла и спросила. Где ты ходишь? Все звери собрались у царя леса, чтобы попасть в его календарь. Когда все звери будут дружить, когда у каждого будет свой год. В лесу будет мир и порядок. Так оно и вышло. И все звери стали жить дружно. С тех пор и пошел календарь на 12 животных.